Я уже 45-й раз записываю эту подводку, поэтому всем привет, вы на канале Просто Так, я Настя Чехова, и сегодня вторая часть, где мы распаковываем, просто так распаковываем кучу шоколадных сюрпризов. А нам осталось-то всего-то ничего, нам осталось 50 кидсбоксов, поэтому что мы будем делать? Ни за что не догадайтесь, мы будем их распаковывать. Ну что, погнали? Ну что, Даша, произноси волшебное заклинание. Даша, какое-то не то заклинание ты произнесла, нет? Или то? Итак, распаковка кидсбоксов. У нас есть, давай покажем, у нас есть вот такие вот с коровками. Это мультик, кстати, по-моему, такой. Затем у нас есть кидбокс с Enchantimals и кидбокс с LOL. Дашенька, выбирай, какую будем распаковывать. С коровками. Ну что, погнали. Что вы знаете о детском счастье? Даша сказала, чтобы я все яички выложила. Решила она распаковать все сегодня, да? Да. Какая красота. Ну, мы начнем с коров, да? Это кидбокс с коровами. Пока Даша распаковывает, я покажу вам вот такую прикольную упаковку. Да, я чувствую, Даше придется помогать. Там внутри игрушка и вкусняшка, да? Мы распаковываем с Дашей вот таких буренок. Давай, мама будет помогать. Вот такие сладости здесь у нас. Печенье и шоколад. Похоже чем-то на нутеллу. Ммм, вкусно. Ну что там, давай, показывай. Нам попадается медведь Михаил. И медведь Михаил, судя по его напряженному взгляду, что-то довидел в этой жизни. Медведь Михаил. Да. Меня отняли все. Вот так, мать старается. Так, ну-ка. Получится у тебя? Ты что, мало ела каши в саду? Да. Какой кошмар. Что же делать? Давай, ну, собирайся, пошли в сад. Неважно, сейчас 8 вечера, мы скажем, давайте каши нам. Да? Нет. Нет? Нет. Давай, давай. Ну что там, что там? Что там? Там зайчонок. Зайчонок? Давай смотреть зайчонка. А это зайчик Макар. И зайчик Макар, судя по выражению лица, что-то задумал. Он что-то знает. В общем, пока Даша открывает пакетики, я буду кушать сладости. Это все я захомячу, да? Нет, это я захомячу. Ну ладно. Почему? Мама, старая уже женщина. У меня уже нет сил. Это шоколадки. Даша думает, что там что-то положили. Кроме шоколадок. Помочь тебе? Да. Я, мне кажется, надо, пока ты открываешь, мне озвучивать. Знаешь, трем-триарит-то, трем-трем-триарит-то, трем-трем-триарит-то, трем-трем-трем-трем-трем. Ой, шикарный танец был. Даша. Ой. Давай, Даша, кто там попался? Кто там попался? Щенок! Ты посмотри, как у нас мощно идет коллекция, а? У нас тут зайчики, мишки, щеночки. А дальше мы представляем вашему вниманию следующий лот. Это у нас кто? Это у нас Федя! О, это Федя! Федя, студент! Видите, по его талии видно, что он студент. Любит долгие прогулки в парке, веселые компании и когда есть что покушать. Федя! Трем-триарит-то, трем-трем-триарит-то, трем-трем-триарит-то, трем-трем-трем-трем-трем. Мне кажется, даже у тебя контемпорари какой-то, слышишь? Короче, матери не разрешают открывать ровным счетом ничего. Все открывает Даша. Ой, какая добрая идея. А, у тебя просто не получилось. Ты поэтому не дала, да? Итак, мы представляем вашему вниманию Аркадия. Хотя в инструкции его зовут Па. Но мне кажется, что Аркадий подходит ему больше. Аркадий жизнерадостный семьянин, работает на заводе и любит покушать. Аркадий, бери от жизни все. Да, попади, любит кушать. Никак.
Ну давай, музыкальная пауза. Спой песню, которую ты знаешь. Мохана. Народная удмуртская песня. Даша. Мы ее похожи. Неожиданное завершение. Неожиданно. Там опять зайчик. Зайчик опять попался. Ну ничего, у тебя еще много яиц. Смотри, Даша, сколько у тебя ложек. Можно будет что-то склеить. Я же ничего не выкидываю никогда, я все клею. А, ты даже запомнила их имена. Опять Макар. Ну что, продолжаем искать. Нам вообще-то еще лису найти надо. Колю, серый. Серого жизнь помотала, смотрите. Такой прям. И еще нам нужно найти Ма. Зинаида больше ей подходит. Ну ладно, Ма. Давай, ищи дальше. Кто там? Смотри, как дети, они все в нетерпении. Ну что? Свинка. Свинка! Свинюшка. Как смешно-то. Даша, надо смеяться, как в театре. Господи, я идеально веду канал. Боже. Даша, ты знаешь, мне кажется, у нас будет 10 лайков. Пока Дарья Павловна вкушает, я вам расскажу, что это свинка Коля. И судя по выражению лица Коли, Коля видел многое в своей жизни. Коля видал некоторые вещи. Ой, какой смешной, я не могу. Я извиняюсь. Дарья Павловна, у нас дедлайны горят. Можно продолжить снимать? Да. Ну тогда, пожалуйста, отложите свои вкусности. Хоть они очень вкусные. Кстати, как вам вкус? Что это? Даша! И пока Даша терзает очередной кидсбокс, я представляю вашему вниманию Серого. Серый то ли приуныл, то ли находится в каком-то меланхоличном настроении, в общем, непонятно. Что это? О боже, это Зо! И мне кажется, ее могли бы звать Маша. Буренка Маша. Подождите, есть такой фильм «Буренка Даша». Кстати, а почему не Даша? Даша, она на тебя похожа. Я кобыла. Ну, в смысле, это девочка? Ты ничего страшного, Даша. Папа склеит, папа починит. Знаете, наш семейный девиз это «папа починит», да? Ну что, нам остался кошка Муся, нам остался... Лисичка. Нам остался Бо. И нам остался... А, нет, Коля у нас есть. Коля, да. Коля, вот он. Давай дальше распаковка. У нас осталось 6 штук. Ой, 8. Боже, ну математику я не очень сильно в математике. У нас осталось 8 вот таких классных штук. Мне даже жалко их распаковывать. Блин, они такие красивые. Значит, половину мы распаковали. Давай, Даша, принимайся за распаковку. Это Буренка. Даша такая, о нет. Буренка Даша. Скажи, Николай, в чем смысл жизни? Не знаю, Михаил. Хорошо, Николай, пойдем. Итак, у нас 2 повторки. Давай дальше. Открываем дальше. АСМР, легкий АСМРчик. Легкий. А мне кажется, что наш обзор будет длиться 15 часов. Люди такие, о, господи боже. Так. Да, Даша уже бежит к шоколаду, чтобы вы понимали. Даша, ну здесь же съемки, здесь же штатив. Ну куда ты, Даша? Даша, ну что ж такое? Смотри, кто попал. Смотрите, как это выглядит. Сейчас я покажу. Вот так. Так, ну-ка раскрываем. Мне кажется, там кто-то новенький. Давай. Мама, бык. Итак, как ее зовут? А ее зовут Ма. Ма? Ну, мне кажется, это Тамарочка. Смотрите, она такая, я иду на ноготочки. Я пошла.
Осталось 5 яиц. 5 яиц. И у нас... Я голодная. Да, Даша все равно голодная. Ладно. У нас не хватает Лиски, не хватает Муси и не хватает Бо. Ну что, Даша, попытаем счастье. Сектор приз на барабане. Дарья, нам попался опять жизнерадостный Аркадий. Что, пойдемте на шашлыки. Уже скоро майские праздники. Будем гулять, ребята. Эй-эй-эй. Давай. Дочь, ты сможешь. Открывай, дочь. Дочь, я верю в тебя. Ты сильная женщина. Вперед, вперед. У тебя получится, дочь. Я воспитывала тебя, дочь, сильной и независимой. Открывай это яйцо. Давай, дочь. Дочь, старайся. Ты мало стараешься. Старайся, дочь. Давай, давай. Все за тебя болеют. У тебя получится. Все мои 3 подписчика с тобой, дочь. Ну, ладно. Даша, там опять буренка. Слушайте, осталось 4 штуки. Напряжение просто бомбезное. Нам не хватает Муси. Вы можете понять, что Лиску и Мусю мы не нашли. Давай, Даша, открывай. Даша, ты как-то не так открываешь. Давай, Даша. Давай, у тебя получится. Давай, давай, открывай, открывай. Дарья, Дарья, открывай. Мне надо на футбол сходить. Даша, давай. Нет? Ну, чё ж такое? Ребята, 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 я уже вижу кое-что. Я уже вижу там кое-что. Ребята, там кое-что. А вот я вижу лисика. Лиса! И это лиса. Как зовут нашу лису? Так. Лиска. Это Лиска. Но на самом деле ей больше подходит имя Татьяночка. Татьяна работает бухгалтером в небольшой лесной компании. И сейчас она идет с работы домой. Ребята, осталось 3 штуки. Я в шоке. Ну, учесть того, что еще вот столечко нас осталось распаковать наверху. Но 3 штучки осталось, и это очень-очень волнительно. Я могу. Давай сразу все открою. 2 будешь открывать. Даже, да, если бы мне столько в детстве дали бы шоколадных яиц, я бы была в шоке. Я так не радовалась, когда замуж выходила, дочь. Ты понимаешь? Так, продолжаем, продолжаем. Это повторюшка. Ну, не мудрено, у нас же много яичек. Повторюшечка, складываем ее сюда. Давай, осталось 2 яйца. Ребята, это очень важный момент. У нас не хватает котика. Даша, держим кулачки. Так интересно, у нас каждый обзор, и в конце у нас не хватает какого-то. Вот прям в конце у нас не хватает. Так. Мне на самом деле сложно открываются, и на камере это выглядит не очень красиво, поэтому многое за камерой открыла. Итак, были мы слабенькие с Дашей. Повторюшка. Не повторюшка. Там попалась мама. Мама. Ну ладно, Даша. А мне повезло. Да. Ну, я, в принципе, везучая по жизни, Даша. Однажды я выиграла дочь 100 рублей в русском лото, поэтому сейчас фортуна тоже должна быть на нашей стороне. Последнее яйцо. Та-та-та-там. О, как оно быстро открылось. Открываем. Так, 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 держим кулачки, держим кулачки, держим кулачки. Нет. Муся. Муся, у нас осталась инкогнито. Муся, как же так, Муся, как же так? Ну да ладно. Дашенька, давай теперь наденем все вот эти вот штучки на карандашики и покажем ребятам, как красиво будет. Вот такие классные карандашики.
просто прикольные вообще, посмотрите. Особенно меня впечатляет вот этот персонаж. Ну круто! Ну что, продолжаем распаковывать дальше. Держи! У нее страдания из-за кошечки. Мы продолжаем. Что же мы будем распаковывать на этот раз? Даша, распаковываем. Энчантимас. О, я выговорила это, слушайте. Самый юный обзорщик Дарья. Что же мы тут имеем? Вот такое классное яичко. Kids Box. Содержит инулин. Игрушка внутри. Дарья, не мешайте съемочному процессу. Тишина на площадке. Ну, на 40-м яичке я догадалась, что можно пилочкой делать. Вот так. Я делаю успехи. Итак, это у нас, как всегда, наша шоколадочка. Все, я зря это сделала, я зря открыла. Даша, подожди, давай распаковку делать. Дочь, ты успеешь похомячить? Дочь, остановись, дочь. Давай. Ребята, тут что-то интересное. Тут что-то очень интересное. Ничего себе. Тут какие-то энчантикс-питомцы. Ух ты. Короче, первая рука мама не может открыть это все дело. Давай, Настя. Вау. Посмотрите, это голубь. Какой забавный. Ну-ка, показывай, что там нарисовано. Здесь вот такая вот инструкция, точнее коллекция. В коллекции у нас есть флэт или флэм. Старость у меня уже не радость. Так, вот такие куколки. И нам попался вот такой голубь. Наверное, это не голубь, а какое-то сказочное существо флэт. Но для меня это голубь. Красивый голубь. Это не голубь. А кто это? Мой распаковщик решил, что нужно подкрепиться. Но тем временем я открою второй Kids Box. Десерт с подарочками. Так, ну мы уже, как говорится, с лайфхаками. С лайфхаками. Итак, лайфхак что-то не работает. А, да, не туда. О, ой, ну видно сразу, что жена инженера. Видно. Так, сладости. Теперь открываем. Так, для этого я еще не придумала лайфхак. Что же там? Все, давай, прекращай кушать. У тебя важное, серьезное дело. Ты все-таки актриса, но не забывай. Дочь, но не забывай. Лисенок. Ну-ка, можно? Лисенок Флик. Лисенок Флик. Ой, какая милота. Лисенок Флик. Что нам попадется дальше? Даша, что нам попадется дальше? Шоу. Пятый час нашей распаковки. Мне кажется, столько яиц шоколадных у нас больше никогда не будет. Потому что это какое-то просто нечто нереальное. Итак, лайфхак от... Ой, от... Так, так, аккуратно, аккуратно. Все остаемся в своих местах. Это третье яичко. Шоколадка. Да что ж такое шоколад? Хомячишь? Даша, ты только и делаешь, что хомячишь. Ты в курсе? Ого, опять лисичка нам попалась. Опять лисичка. Дальше, дальше. Ребята, тут попалась какая-то очень красивая куколка. Все, Даша уже у меня забирает. Нас все время отвлекают, нам мы доснимем что-то. Ата, она просто очень классная. Мне напоминает фильмы Хаяо Миядзаки. Потому что прям вы как будто из аниме. Так, а кто это? Где у нас? Где бумажечка? Это у нас Фелисити Лис. Фелисити Лис. Немножко смятая бумажечка. Фелисити Лис. И как раз вот ее питомец. Ура! Это ее питомец. Ну просто очень миленько. Это очень миленько. Ну что, продолжаем? Еще очень много осталось нераспакованных. У нас вот этот голубь. Есть и есть Фелисити со своим лисенком. И нам попался зайчик. Вот такой классный зайчик. Вот с такой вот помпочкой. Так, дальше. Дашенька, я там что-то вижу. Я там, подожди. Терпение, терпение. Держи себя в руках. Да, я держи себя.
Держи в руках, держи себе в руках, Дарья. Давай. Я держу. Держишь? Да. Даша, ну нам попалась повторюшка. Ну ничего, у нас много еще. Там лисичка. Пока Даша распаковывает лисичку, я распаковываю следующее. Оп. Ну что ж, мои руки так некрасиво смотрятся. Дальше. Даша, там какой-то олененок. Девочка. Это девочка красавица. Она олень, а я. А что ж такое? Так, мама, сейчас мама сориентируется. Дашенька, здесь повторюшка кролик. Ну ладно, давай, здесь будет, наверное, скунс. Мне что-то кажется, что тут будет скунс. А здесь у нас что-то интересное. А здесь у нас голубь. Голубь Валера. Вот она. У нас уже есть голубь. Ну, тут был голубь Оксана, а это голубь Валера. Держи. Валера Энчантикс. Это его фамилия. Надо торопиться, надо торопиться. Так. Ну что же, барабанная дробь. Даша, а это голубь Оксана. Валера. Кто там был у нас? Карина и Оксана. Голубь. Опять нам попался голубь. Мне уже некуда складывать шоколад. Ну что там? Даша, а там олень. Опять девочка олень. Держи. У нас осталось, ребята, 4 штучки. 4 штучки. Много повторюшек попадается. Но... О! Ура! Это скунс. Давай скунса сейчас. А мы оленя искали. Даша. Осталось еще 3. Мы, возможно, найдем оленя. Так, к сожалению, со скунсом немножко что-то... Ну, мы ему дорисуем глазки, ничего страшного. Не видно синие глаза. Это у нас скунс Кейтер. Кейтер. Короче, Колян. У нас осталось 3 яйца. Что-то новое. Нет, это кролик. Кролик опять. Опять кролик. Опять. Давай он будет у нас Аркадий. Аркадий? Кролик Аркадий. Вообще его зовут Твист. Но у нас он будет Павел. Ну что, ребят, барабанная дробь. Осталось 2 яичка у нас. Барабанная дробь. И это снова Аркадий. Увы. Это зайчик. Держи. Нам везет на красных зайцах. Ну, он просто в тебя очень влюбился, в тебя, Даша, и попадается. Ну что, последнее яйцо, Инчань. Смотрим. Кто же здесь? Так, ну давай. Давай догадаемся, давай. Кто же, Даша? И здесь у нас девочка с рожками. Нам попалось 4 зайчика, 3 голубя, 3 лисенка, 3 вот таких классных девочки. Куколки мне больше всех понравились. 2 вот таких вот куколки из японского аниме и такой скунс. Почему у них нет хозяйки? Так ты их хозяйка. Нет. И у нас остались, ребята, лол. Вот лол и вот лол. Ну что? И вот лол. И вот лол. Погнали распаковывать лол. Вы готовы, дети? Да. Надо говорить «да, капитан». Да, капитан. Я не слышу. Я не слышу. А ты говори «так точно, капитан». Так точно, капитан. Ребята, это последняя коробка. Лол. Ну, лол – это Дашины любимые. Даша. Что же здесь? Что же здесь, как всегда, у нас? Шоколадка, мы ее уже показывали. И... А что это? Я не пойму. Это тоже такие прикольные? Ой, какая милота! Посмотрите! На! Это, наверное, да, это на карандашики. Даша, ну у тебя будут самые модные карандаши. Итак, смотрим. Ну, какая у нас коллекция маленькая. Я думаю, мы точно ее соберем. Мам. Это пранкстер. Пранкстер. Подожди, нет, это не пранкстер. Это коканут. В общем, это будет Татьяна. Я
блогер, который дает имена свои. Вот эти западным всем. Так, дальше. Раскрываем. Распаковка. О, и снова Таня. Татьянка снова. Держи. Ну, просто вряд ли Даша выговорит каканут. Поэтому будь Татьяна. Что же дальше? Господи, Таня, ты нас просто балуешь. Снова Татьяна. Подождите, это как-то она произносится. Кьёкоуну. Моя учительница английского где-то плачет. Ну да ладно. Так. И снова Татьяна. Ну я и хочу много Татьянок. Много Татьянок, это неплохо. Так, дальше. Раскрываем дальше. Даша, она очень красивая. Так, ребята, вы не поверите. Это снова Татьяна. О, у нас что, будет много хоих Татьянок в школе? У нас будет коллекция Татьянок. Так, распаковываем. Мои прекрасные пальцы. Итак, ну подождите, давайте я угадаю. Нет, это новая куколка. Дай-ка, Даша, я ее открою, покажу ребятам. Это классная куколка. Ее зовут Юникорн. О, это я могу выговорить. Единорог. Это куколка Единорог. Ну что, продолжаем. Коллекция Татьянок. Дальше. Что же у нас дальше? У нас еще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 яиц. Открываем. Аккуратно. Мама, самоградца. Так, дальше. Новая. Так, Даша, держи себя в руках. Держи, контролируй себя. Это русалочка. Так, а кто это? Мэри Мёрбэйби. Маринка. На Мариночку. Кто же там? Мариночка. Даша, там опять Татьяна. Татьяна, вы слишком часто появляетесь. Что здесь нечисто, Татьяна? И снова Татьяна. Держи. У нас осталось еще вот столько яиц. Как вы думаете, там будут еще Татьяны? Не может быть. Что-то оно попадается и попадается. Татьяна снова. Мы уже всем не терпим. Что-то новое. Даша, держи. Держи себя в руках. Держи. Это у нас... Нет, это сейчас посмотрим. Baby cat. О, кошка! Ура! Даша, ты хотела кошечку. Мамочка, вставай. Ну, снова Татьяна. Ребята, напряженный момент у нас осталось. А где уже второе яичко? Два яйца. Kids box. Осталось два kids box'а из миллиарда, которые у нас были. И мы делаем ставки, ребята. В каком из них Татьяна? Ладно, распаковываем. Ребята, что-то я сейчас не поняла. Даша, пустое? То ли Татьяна выпала куда-то? Даша, ты как в русских сериалах. Сейчас мама найдет. Последнее яйцо. Ну что, делаем ставки. Давай, открывайся. Ой, как-то не хочет. Ну что, что там? И там Татьяна. Ну, Даша, бывает. Но зато посмотри, какая красивая коллекция Татьян. У нас получилось. Ребята, невероятные вещи. Я сейчас хотела уже завершать, но у меня из кармана выпало еще одно яйцо. Еще одно. И там Татьяна. Даша, тихо. Держи себя в руках. В общем, у нас попалось вот столько повторюшек. И вот такие две кошечки. Русалочка и единорог. А она поиграла. Татьяна проиграла, да? Нет, Татьяна выиграла, Даша. Глянь, сколько ее.
Ну вот такой классный обзор мы сняли, мы очень устали. У нас никогда не было столько много шоколадных сюрпризов, да, Даша? Да. Ты рада? Да. Ты рада, и я рада. Теперь мне все нужно убрать. Шоколад мы будем есть еще 5 лет, наверное. В общем, все круто, все классно. Спасибо всем. И будем еще колоночки покупать. Да, еще мы будем покупать. Да, Даша, мы будем все покупать. До скорых встреч, ребята. Всем пока. Так, слушай, я надеюсь, что ты уже подписался, да? В смысле, ты не подписался? В смысле, ты не подписался? Ты чё? Так, короче, вот эту кнопочку жми, вот эту пальчиком тыкай. Тут еще ТикТок мой, тут приколдесное видео, сходи посмотри. Давай, 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 давай. Все, все, подписывайся, все. Все, подписался, да? Ну все, тогда давай, все, я побежала. Все, пока. Пока, говорю, давай.